Здравствуйте, с вами я, Александр Демидович. Сегодня у нас, сейчас глянем, 19 марта 2019 года. Я хотел бы с вами вот о чем поговорить. Когда к нам приезжал Грант, когда к нам приезжал президент, я был на площади со своим другом и обратил внимание на интересную и неприятную для меня вещь. На Театральной площади в свое время были установлены два знака, как в простонародье называется, кирпич, для того, чтобы не въезжали машины на площадь. В частности, я лично занимался этой проблемой, проблемой этой площади. Мы все помним, как там уже была организована автохамская автостоянка. Вроде бы побороли эту проблему. Не буду уже сейчас рассказывать, кого я там на камеру снимал. Те, кто меня давно знают, помнят это. Но на сегодняшний момент знаки исчезли. Перед приездом Гаранта знаков не стало. И вот вчера, 18-го, я побывал, знаков не было. Я это отснял, я вот вам показываю. Знаков не стало. То есть, гуляя по городу, сами или с детьми, выходя на Театральную площадь, вы должны понимать, что здесь на сегодняшний момент есть проезжая часть. И вас или вашего ребенка может сбить машина. И за это она не будет нести никакой ответственности, потому что здесь, еще раз, знаков нету, и здесь можно ездить. Кто отвечает на сегодняшний момент за знаки, за их установку, я не знаю. Раньше этим занимался МШЭТ. То есть принималось решение, я помню цепочку, ГАИ писала предписание, город принимал решение, МШЭТ устанавливал. Как сейчас на этот счет, кто что должен сделать, я не знаю. Я знаю, что конечный результат вот таков. Там можно погибнуть, это опасное место. Ну а так мы живем. Всем хорошего настроения.